Добрый день, меня зовут Александр Соснин, я руковожу небольшой туристической компанией в Паттайе. 1 ноября въезд в Паттайю для вакцинированных туристов свободный, без карантина. Из 46 стран можно находиться только один день в отеле, а из России 7 дней в отеле, но это не карантин, а просто нужно забронировать один из отелей и прожить в нем. С 9 ноября начинаются прямые перелеты из России в Таиланд, в Бангкок, из разных городов России на Бангкок и на Пхукет. В Паттайе все с нетерпением ждут туристов, все работает, алкоголь свободно продается в барах, ресторанах, никаких ограничений нету сейчас в Паттайе. Единственное, что они работают, это дискотеки и клубы ночные. Ну, с 1 ноября обещают их открыть. Цены в Паттайе сейчас очень низкие на все, людей мало. Очень дешевые отели сейчас стали. И особенно дешевое жилье в кондоминиумах. Так что приезжайте в Королевство Добра, Таиланд. Вам будут здесь всегда рады.